В этом выпуске Зируза снимает новый клип. За что Аллу Акунарова раскритиковала БН? Цесна. Мой секрет. 30 лет. Вы этого долго ждали, вы следили за всеми обновлениями и знали, что совсем скоро состоится камбэк вашей любимицы Зирузы. И вот, наконец-то, долгие месяцы ожидания позади. Певица приступила к съемкам нового клипа. Правда, все, что происходит на съемочной площадке, держится в строжайшем секрете. Все потому, что в этом видео Зируза предстанет в абсолютно новом образе и очень, по словам ее продюсера, неожиданном. И дабы не портить сюрприз, весь процесс было решено оставить в тайне. Посему мы можем лишь сказать, что новая песня этой милой звездочки носит название «Кеш». Причем съемочных дней будет целых три, а это значит, что готовить Зируза что-то поистине масштабное. Премьера же по традиции состоится в эксклюзивном порядке на телеканале Гаку. Так что оставайтесь с нами и следите за выпусками новостей. Цесна. Мой секрет. 30 лет. Не бывает все спокойно в нашем отечественном шоу-бизнесе. Казалось бы, пели себе БН про школу, никого не трогали, набирали свою армию поклонников, и даже недавняя смена состава не помешала им выступать. Впервые, кстати, в новом составе они спели на праздновании миллиона подписчиков нашего YouTube-канала. Тепло это выступление приняли далеко не все. Аллу Акунарову, к примеру, пение ребят абсолютно не впечатлило. Я немножко оглохла после выступления БН, извините, конечно. То есть у меня чуть-чуть слух как-то так вот. Сейчас надо немножко в себя прийти. И как бывалый продюсер, Алла не могла остаться в стороне от такого вопящего, по ее мнению, безобразия. Но я посоветовала ребятам заниматься вокалом, как бы немножечко так со слухом, да, надо что-то как-то разобраться уже, так нельзя вообще. Окончательно добить молодое трио продюсер решила наставлением. Ребята, они который год? Второй год, да, в шоу-бизнесе, у них там армия фанатов и так далее, но надо учиться петь чистенько. Продюсер ребят Еркебулан Молдашев, в свою очередь, честь своих подопечных поруганной оставлять не стал и объяснил, что, во-первых, после того, как Альбина ушла из группы, на ее место пришла Акниет, к примеру. И это было ее первое выступление на сцене. Она, понятное дело, очень волновалась. И не только она, Алишер и Айдын тоже волновались. Они же еще совсем молоды, в первую очередь. А во-вторых, главное в карьере БН – это все же народная любовь. Остальное не имеет значения. Мнение специалистов, других депутатов, министров, продюсеров, лучших певцов, известных личностей для нас не играет роли. Распространяться на тему того, задели ли его слова Аллу Акунарова, Еркебулан не стал, только лаконично заявил, что «Сколько людей, столько и мнений, но мы прежде всего смотрим на народ. Билеты на наши концерты раскупаются практически сразу, иногда даже не хватает. Если зал на 400 человек, то на выступлении сидят 500-600. Вот, например, когда ездили в Актау, то там в зале на 1000 человек сидели 1100». Ну а что касается конкретного выступления, которое и раскритиковала основательница Ringo World, то Еркебулан согласен. Его подопечные выступили не на все 100, но и этому есть объяснение. Нет тех, кто не ошибается. Кто бы не ошибался, это присуще всем людям. Это не только с БН бывает, это со всеми артистами случается. Напомнил он то ли нам, то ли вам, то ли Алуа, что несмотря на неопытность и молодость, его подопечные всегда выступают вживую, потому и могут допускать ошибки. Мы никогда не поем под фонограмму, особенно на больших фестивалях, таких как Гакудаусы, например, который год БН там выступает и всегда поют вживую. Они поющие артисты, а такие всегда должны петь в режиме живого звука. Из-за своих подопечных Еркебулан стоит горой. Что Акниет, что Айдын, что Алишер, они докажут, что они сильные певцы и достойные артисты. Они покажут всем, что они талантливые, серьезные, молодые люди. И напоследок повторил, что главное – это народное признание, что думают отдельные личности, не влияет на общий настрой. Есть спрос. Я не хвалюсь ни перед кем, но это факт. Мы думаем, я думаю, что мы заслуживаем народного признания. Народ ценит, народ приходит на концерты, народ дает бата. Этого нам достаточно. В общем, мнение обеих сторон вы услышали. Получит ли этот конфликт какое-то развитие, покажет время. А пока высказывайте свои мнения. Не слишком ли резка и несправедлива Алуа? Или, может, продюсер БН не хочет замечать очевидного? Цесна. Мой секрет. 30 лет.